Я рад вас сегодня снова приветствовать на нашем цикле лекций «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И сегодня я хочу поднять тему, которая очень непростая тема. Тема, которая, корни которой уходят в начало 19 века, даже в конец 18 века. Я хочу два слова сказать по поводу истории христианства, в частности, протестантизма на рубеже 18 и 19 веков на Западе. Как мы знаем, протестантизм или реформация начали свою историю в XVI веке с Мартина Лютера. Позиция Мартина Лютера была однозначна. По его мнению, Антихрист, описанный в книге Откровения, 13 глава, в общем-то, все церкви, все конфессии, начиная с отцов церкви, понимали, что десятирогий, семиглавый зверь в 13 главе книги Откровения – это Антихрист. Так вот, Лютер был первый, кто сказал, что Антихрист – это папство. Естественно, это была серьезная проблема. В конце XVI века двое католических кардиналов Альказар и Райбира разработали интересную альтернативу. Согласно этой альтернативе, Антихристом является не историческая церковь, папство, а некая мистическая личность, так называемый человек греха, сын погибели, которому надлежит еще прийти. И они ссылались на второе послание Фессалоникийцам, вторую главу. И постепенно эти идеи профильтровались и в протестантизме. К концу XVIII века протестантизм раскололся на две фракции. Фракция историцистов, то есть те, которые продолжали видеть в апокалиптических пророчествах историческое исполнение, и на футуристов, так называемых, которых еще называют диспенсационалистов, которые, в общем-то, адаптировали эту католическую теорию и начали говорить о том, что пророчества Даниила и Откровения исполнятся в далеком будущем, в течение 3,5 лет перед самым пришествием Иисуса. Вот это вот разделение, оно обуславливает и по сей день определенное отношение, которое существует среди историцистов по отношению к еврейскому народу. В чем здесь дело? Давайте посмотрим. Дело здесь вот в чем. Книга Даниила,
9 глава говорит нам о том, что Даниил, во-первых, увидел по книгам пророка Иеремии о том, что 70 лет должно было исполниться над опустошением Иерусалима. Вчера мы в предыдущей лекции мы это подробно с вами разбирали. Иеремия, пророк, предсказывал 70-летний вавилонский плен. Что вызывало переживание Даниила? Дело в том, что незадолго до того, как Вавилон пал и оказался в руках медоперсов, и царь Кир разрешил указ, дал указ, разрешающий иудеям отстраивать храм, Даниил видел видение, в котором ему было показано, что святилище очистится аж через 2300 вечеровое утро. Даниил однозначно понял, что это 2300 лет. Еще ему сказали, что это относится к отдаленному времени. И поэтому Даниил молится. Даниил понимает так, что пророчество Иеремии, оно под угрозой неисполнения. Ну, как любому тогда человеку, иудею, ему было понятно, что любое пророчество, оно может быть условным. Сам Иеремия написал об этом, мы читали. Если я сказал, что царство какое восстановлю и отстрою, но народ не будет следовать за мной, то я отменю это. То есть Даниил подумал и сделал вывод из видения, которое он описал в 8 главе, которое еще видел при Валтасаре, вавилонском царе, что Бог фактически отменяет пророчество Иеремии. И поэтому он молится покаянной молитвой, говоря Богу о том, как израильский народ согрешил, и просит прощения. На что Господь посылает ему ангела, который начинает ему объяснять суть видения. И интересно, вы видите параллели. 70 лет вавилонскому пленению, а ангел говорит, что вот от этого периода 2300-летнего отрезаны 70 недель. И вот что в эти 70 недель вкладывается. 70 недель определены для народа твоего, для святого города твоего, чтобы было покрыто преступление, запечатаны были грехи, заглажены были беззакония, чтобы приведена была правда вечная, запечатаны видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, что с того времени, как выйдет постановление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины. И возвратится народ, и остроятся улицы и стены в трудные времена. По истечении 62 седмин будет предан смерти Христос и не будет. А город и святилище разрушены будут,
народом вождя. Смотрите, в чем здесь дело. Дело, оно, оказывается, получается интересное. Перед нами, во-первых, однозначно пророческая неделя, соответствующая 70 годам. Это пророчество точности предсказывает смерть Иисуса. И я лично вам скажу, что если бы этого пророчества я не прочитал 25 лет назад, то перед вами сегодня меня бы не было. Я бы, возможно, продолжал свое служение в синагоге, потому что никакие другие тексты из пророческих книг Ветхого Завета не звучали для меня убедительными. Здесь мы видим, в 9 главе дается дата начала, отсчитывается 483 года, и получается ровно год распятия. Это самое точное, однозначное временное пророчество, указывающее на то, что именно Иисус из Назарета, родившийся в Вифлееме, распятый по приказу Понтия Пилата в 31 году нашей эры, является Мессией Израилевым и Спасителем мира. Но именно это пророчество является предметом жарких дебатов между внутри протестантского современного движения, между сторонниками исторического истолкования пророчеств и сторонниками футуристического истолкования пророчеств. Я вам хочу показать это на небольшой диаграмме. Вот перед нами начало этого пророческого периода. Ну, здесь у нас и 2300 дней, от которого 70 семидневных периодов, то есть 490 дней отрезаны. Они все начинаются в 457 году до нашей эры. И мы видим, что здесь перед нами указана дата смерти Иисуса, конец, середина последней седмины. И что получается? Футуристы берут последние 3,5 года и отбрасывают их в далекое будущее, говоря о том, что Израиль восстановится, мы об этой проблеме говорили, все евреи вернутся в Израиль, евреи отстроят храм, даже ведутся разговоры о том, что вот в этот храм, отстроенный из колена Данова, придет Антихрист и так далее, и так далее. А историцисты правильно ставят вопрос. Они задают вопрос, а на каком основании вот здесь вот этот последний промежуток 3,5 года вы решили отрезать и выбросить вперед на неопределенный срок? Это хороший аргумент. Но дальше они говорят,
пытаясь противостоять вот этим идеям, что евреи вернутся в Израиль и отстроят храм. Они говорят, вот вы видите, евреи никуда не вернутся. Бог проклял евреев. Вот здесь они, понимаете, побили камнями Стефана. И все, на этом закончилось все с евреями. Нет больше евреев, и Бог их теперь не признает. Вместо них теперь вот церковь. Понимаете? Дискуссия-то она хорошая. Знаете, в чем проблема? Евреи, которые живут по всему миру, многие евреи, которые приезжают сегодня и живут в Израиле, они понятия не имеют об этой дискуссии, которую ведут протестанты. Вы понимаете, что интересно еще произошло? Дело в том, что эта дискуссия, она велась, я недаром говорю, в начале 19 века. Кто был одним из главных представителей историцизма? Одним из главных представителей историцизма был известный баптистский проповедник Вильям Миллер, который рассчитал конец пророческого периода 2300 вечеров и утр. Естественно, если сейчас применить к этому футуризм и сказать, что вот эти 3,5 года отбрасываются в далекое будущее, понимаете, то тогда вот этот пророческий период, целостность его нарушается, и аргументы разваливаются. Естественно, историцисты хотели свою точку зрения отстоять. И она была достаточно библейская. Еще раз повторяю, на каком основании футуристы решили, что вот этот маленький 3,5-годичный период можно оторвать от пророческого периода вот этого и вынести далекое будущее, такого библейского прецедента мы не видим. Второе, что и важно, важно то, что это речь идет о годах, а не о буквальных днях. И здесь уже я говорю, как свидетельствуя личным опытом Иудея, который понимал, что это годы, если это буквальные дни, 490 буквальных дней, ну тогда, извините, все пророчество о Мессии – это откровенная фантастика и не имеют библейского подтверждения, вы понимаете? Но что начало происходить? Футуристы настаивали в начале 19 века, что вот эти последние полседмины начнутся тогда, когда евреи начнут съезжаться в Израиль. Историцисты им говорили, нет, евреи не будут съезжаться в Израиль. Бог не будет собирать евреев в Израиль, потому что их время закончилось. И вдруг, внезапно, 1897 год, образуется сионистское движение в Европе. Съезжаются все евреи в Палестину. 1915 год. Британский министр иностранных дел, лорд Бальфур, дает декларацию о том, что Британская империя будет способствовать на турецких палестинских землях созданию национального дома
для еврейского народа. И евреи начинают ехать, ехать. 1948 год, Израиль, понимаете? Что видят футуристы? Они хлопают в ладоши. Наши пророчества исполняются. А что делают историцисты? Они начинают говорить. Израиль – это от дьявола. Это все дьявол. Это все дьявол. Бог проклял евреев. Это все дьявол. Понимаете, как? И это все слышат евреи и задумываются, как это? Это что, мы от дьявола? Или как это? Наши отцы еле унесли ноги из печей Освенцима, и тут Бог помог, что нас не задушили в 48-м году и в 67-м году эти арабские армии, и это от дьявола? Вы понимаете, какая проблема? Вот оно, суть вопроса. Поэтому нам нужно разобраться. Нам сегодня необходимо разобраться, что произошло. Я еще раз хочу показать вам стих и интересную последовательность. По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя. Последовательность, да? Предан смерти Христос, город и святилище разрушены народом вождя. Сколько лет прошло между первым предложением и вторым предложением? 36. Почему образовывается этот 36-летний разрыв? Ведь храм же мог быть разрушен прямо в момент распятия. Вы посмотрите, умирает Иисус, происходит землетрясение. Я не знаю, жили ли вы в сейсмической зоне, посмотрите на эту стену храмовую. Она сделана из известняка. Что известняку делают даже слабые толчки? От этого, от них ничего не остается. Разваливается известняк. Он не приспособлен к землетрясениям. А посмотрите, что завеса в храме раздирается надвое, а храм остается. Зачем Бог, несмотря на то, что книга Даниила, 9 глава и 26 стих говорит, в конце седмины прекратится, вернее, в середине седмины прекратится жертва и приношение, почему все-таки Бог оставляет храм, несмотря на то, что случается землетрясение? Это явно сверхъестественное явление, что трясется земля так, что разрывается ткань, а структура остается. Наверное, у Бога был какой-то план. План для храма, который, в принципе, с точки зрения жертвоприношений, уже смысла не имеет, но с какой-то другой точки зрения этот смысл имеет. Посмотрите внимательно, давайте посмотрим на историю, которую многие из нас знаем мы, о том, что произошло в день Пятидесятницы. И вот здесь сказано: «Внезапно сделался шум с неба,
как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Где они находились? О каком доме могла идти речь? Я знаю, что большинство людей считают, что речь идет о верхней горнице. Но давайте посмотрим. Вот у нас, недалеко от Сионских ворот, находится церковь Успения. И там, в этой церкви, как бы на ее территории находится верхняя горница, то есть как бы традиция считает, что вот здесь они, даже само слово верхняя горница, тавтология, горница просто, верхняя комната. Здесь совершалась последняя вечеря. Ну, посмотрите на эти размеры, сколько здесь народу может поместиться? 3000 человек здесь поместится? Вы понимаете, что написано, что они-то начали говорить на языках, как Дух начал провещевать. Вот, это четвертый текст. И тут же написано, в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, всякого народа под небом. И когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал говорящий его наречием. Собрался народ в маленькую горницу. Друзья мои, что-то у нас не склеивается. А я вам скажу, что у нас не склеивается. Нас не склеивается то, что мы зачастую не понимаем о том, что такое дом в Библии и как слово «дом» употребляется. Греческое слово «ойкос» переводит еврейское существительное «байт», которое означает зачастую не просто «жилой дом», а «дом Божий». Вот это место, по фотографии, которое все узнают, вот это место, оно называется по-русски «Храмовая гора», а на иврите она называется «Гар-Габайт» – «Гора дома». Вы понимаете, что только на территории, которую отстроил Ирод, вы видите, это огромную площадь, которую он сделал всего за 30 лет до событий, описанных здесь. Только на такой территории могли собраться паломники, которые пришли в город Иерусалим на праздник Шавуот, Пятидесятница. Вы видите, это, конечно, немножко другая территория, но это стена, западная стена, именуемая стеной плача. Друзья мои, если бы со смертью Иисуса был бы сразу разрушен храм, то скажите, пожалуйста, где бы могли покаяться в результате проповеди Иисуса вот эти около 3000 душ? Кстати, кто это были? Друзья мои,
Давайте внимательно прочитаем, кто услышал апостолов, говорящих их наречием. Это были иудеи, люди набожные из всякого народа. Почему из всякого народа? Мы рассматривали на прошлой лекции диаспору. Сегодня вы, наверное, встречаете и в Нижнем Новгороде евреев. На каком они языке разговаривают? На русском. Если они не проживают в Израиле, они, может быть, иврит знают, но недостаточно, потому что их родители говорили по-русски. Сколько поколений, понимаете? В Америке живут 6 миллионов, 7 миллионов евреев. На каком они разговаривают языке? Из них как минимум миллион говорит по-русски, остальные по-английски. А на иврите говорят лишь те израильтяне, которые просто из Израиля уехали и переехали в Америку жить. Понимаете, для чего нужен был дар языков-то, оказывается? Для того, чтобы могли принять крещение и покаяться. 3000 набожных иудеев, которые пришли в храм со всех концов Римской империи для того, чтобы отпраздновать годовщину дарования Торы. Вот так заключен Новый Завет. С домом Израилевым и с домом Иуды. Он начинается с этого. Но еще больше вы увидите. После короткой паузы в следующей части наших лекций.